И всем привет, ребята, и сегодня мы будем играть в первую часть Гренни. Погнали. Нормал? Нет, нам нужно... Вот. Изи. Проект... Не, вот, нам изи нужно. Все, погнали. Потому что я еще ни разу не проходил, мне нужно хотя бы на изи пройти, попробовать. Ну, я играл много раз, но я еще ни разу не проходил, так что нужно еще на легком пройти, попробовать. Так, тут ничего нету. Так, я знаю один трюк, который работает вот так. Теперь там звенит, и она идет туда. А мы ждем раз, два, три, четыре, пять, и выходим. Все, она теперь там, а мы идем сюда. Так, опа. О, это от колодца штука. Понадобится еще мишка. Так, окей. О, тут эта пикалка. Ее потом сделаем. Так. Идем. О, это от замка на ключ, это на чердаке. О, это от ружья. Так, ставим, крутим. Надеюсь, там что-то хорошее будет. И не, фигня какая-то. Я хотел сбежать через дверь, а придется, видимо, сбегать через машину, потому что я уже две вещи для машины нашел. Так. Окей. Придется сбегать на машине. Если, конечно, получится вообще сбежать. Так, поставили. О, ой. А это плохо. Что делать? Сейчас, когда она пойдет, это спрячемся. Надо подождать. О, идет. Так. Все, посмотрела, ничего нет, и теперь уходи. Так. Все, кажется, пора выходить. Все, она ушла. Теперь идем. Я думаю уже. Теперь идем за этим, как его? За аккумулятором. Так, окей, ее нет. Берем аккумулятор. Идем. Ставим. Так, теперь, пикалку надо взять, там спрей потом будет, ее можно будет потом ослеплять спреем. Так, идем. Господи! Я капец, как испугался. Ой, а что она там делала?
Фух, второй день. Так. Окей. Идем. Так, надеюсь, ее здесь сейчас не будет. Так, пикалка. Так, уронили. Теперь идем сюда. Спрей. Давай. Вали отсюда. О, арбуз. Спрей. Арбуз. Так, она теперь там ходит. Мы идем сюда. Разрезать арбуз. Апчи! Красный ключ. Она ушла, а мы идем сюда. За спреем. Еще раз надо ее пропушить. Давай сюда иди. Все тарелки тебя перебью. Вали отсюда. А мы бежим тем временем машинку открывать. Топ-т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 оп. Вот это, да? Нет. Сейчас мы ее запрем. Синк. Не могу дверь открыть. Идет. Так, сейчас будет очень, это, очень страшная операция. Сейчас закроем ее в бане. Все, включаем. Сейчас она отключится, и мы пойдем возьмем этот ключ. И ничего ты мне не сделаешь, поняла? Давай, падай уже. Все. Настя. Ключ отдай. Фу, где тут ключ? Так, Master Key, это... О, Master Key, это... А, это я знаю где, это надо, это... Дротик нам сейчас откроется, мы как раз сможем это... Пойти сделать одну вещь. За отверткой сгонять, потому что ее нужно... Она на верхней полке, ее нужно отстрелить. Подстрелить, чтобы она упала. Нет! А, Weapon Key. Я мастер и Weapon Key. Это спутал. Так, окей, однёрка будем знать. Так, я знаю, что уже мы можем сделать. Это...
Это я не знаю. О, Master Key, это может быть вот это. Нет? Так, окей. Я не знаю, что такое Master Key. Так, она уже жива? Мне кажется, еще не жива. Я уже со спреем буду бегать. На всякий случай. О, свечка. О, все, мы можем это оживить бабку. Ну, сейчас я ослеплю. Сначала нашу бабку. Я знаю, что за картинами что-то могут быть какие-нибудь пасхальные дырочки, где могут предметы лежать. Давай, ты должна была уже проснуться. Я прям вот так вот туда-сюда бегаю. Чтоб ты наконец-то проснулась, черт возьми. Я уже все делаю. А вот она. Хрест тебе. Все, это, кстати, последний раз был. Не помню. Так, прошли. Теперь идем бабушку вызывать. Опа, отдай нам ключик. Точно, у меня же красный ключ где-то еще. А, на кухне, точно. Кстати, нужно ружье собрать, я знаю, где первая деталь для ружья. Так, пошумели, теперь идем сюда. Убегаем. Сюда, сюда, сюда бежим. Еще две детали для ружья не хватает. Блин, где это может быть? Сгоняем сейчас пока за ключиком. Точно, тут же у вороны. У моей подружки вороны, может быть. А, это какой-то страшный ключ. Нам он не нужен. Ой, ты что там делаешь? Бежим. Сюда нам надо. Так, бежим. Так, куда? Ходит тут.
Так, идем на третий этаж. Ё-моё. О, там бензин лежит. Ё-моё, бежим! Чего это, черт возьми? Я, кажется, понял. Вот это? Нет. Вапен, Кей. Что такое вапен? Я не знаю, что такое вапен. Если бы я знал, что это такое, я знал бы, что это такое. Но я не знаю, что это такое. Не понял. Мастер... А, у меня мастер. Мастер-кей. Да чего? Сейчас, подождите, я в ютубе посмотрю. Короче, я посмотрел. Он нужен для вот этой вот двери. Короче, это... И да. Он нужен для вот этой двери. Но он у меня под текстурой здесь сюда провалился. Так что я не знаю. Это капец, короче. Надо бежать, я позвонил. Звоночек нечаянно. Так, это открыть. Где? Не понял, там что-то звенело. Нет? Ну ладно. Пазл надо еще собирать. Короче, все, продолжим в следующей серии. Да ладно, шутка. Вы что думали, я так все сразу же закончу? Нет. Ладно, я включил это, такую штуку, где нету Гренни, короче. Она ушла на пикник и все, и нету ее, короче. И мы можем делать, что захотим. О, это что за палка? Бита какая-то. Это что, ёная бита? Так, эта штука мне все равно не нужна. Ух, ничего себе. Я хочу сбежать через машину. То есть по машине. Пазл, пазл, пазл. Там лежал. О, что это? О, это хорошо. Это чтобы машину починить, мне кажется. Так, окей. Первое. Я все штуки буду сюда складывать. Так, что мне еще нужно? Мне еще надо мне пазл. Мне надо. Я даже не знаю, что мне надо еще. О, во, бензин, кажется, тоже надо. То есть мне нужно это собрать. Штуку эту собрать. Тут я... Ну, тут всегда ничего нету. Тут, да, написано все. Ружье надо собрать. Бежим ружье собирать. Ружье. Так, ружье в гараже собирается. Так, ружье. Так.
вороны что есть? Вдруг у вороны ключ. Так, вороночка, брюдничка. Так. О, у нее щипцы. Ой, надо, нам надо. Правда, корм еще надо ее найти. Ой, шестеренка. А можно как-то это вот так вот убрать, чтобы не мешалось? Можно? О, давай, 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 почти. Давай! Ну что это? Не знаю, не могу. Окей, идем, идем, идем. Так, что это? Ой, это что? Это какая-то эта, ну, штука, это, которую я пикнул. Что еще делать? Что еще? Что еще? Что еще? Где? То есть где? О. Я не знаю, зачем я это сделал. Так, окей. Проваливайся. А, ну пофиг, пускай здесь лежит. А те уже, смотри, провалились. Так, окей. Ё-моё, посыпались эти. Так, о. Это я знаю для чего. Да ё-моё. Это тут открывает вот эту дверку. Стой, а та грани тоже ее нету? Сейчас проверим. Так, как мне потом выбраться? Ё-моё, смотри, тут это я наступила, провалилась. А, понял. И тут можно сразу же выбраться, но я еще не хочу. Так, она здесь. Ну, классно. Я за ней побегу. Нет, не побегу. Ну, страшно какая. О! То, что мне надо. Так. Идем. Спускаемся, идем. Так. Да уйди. Ё-моё, ничего не видно, а зарядка кончается. Ничего себе, понимаю. Последняя деталь, и у меня все будет готово. Да, ты иди ты. Может, здесь нет? Здорово, я тут был, кстати. Идем обратно туда. Там, кстати, много предметов полезных. Стоп. А мне же нужно это... машину делать. Да? А, ну да. Я же машину хотел делать. Так, ну мне нужно... Очень путевый здесь лежит. А мне нужно еще. Видно что-то. О, корм! Корм, корм, корм. Бежим, 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 бежим. О, однерка, окей, знаю, однерка. Черт. Прыгай!
Все, бежим. Бежим к вороне. А, ворона же там. Ё-моё. Так, к вороне. Скорей. Бульты. Корм для вороны. Это что, QR-код какой-то? Ой, я тебе целую эту оставлю. Так, сейчас пойдем и отрубим электричество. Я не знаю, зачем это, но зачем-то. Капец, еще столько всего надо найти. Я думал, тут уже эта последняя деталь валяется, это же... Куда мне идти? Спрей уже не рабочий. А, рабочий точно. А может у меня паука получится это убить? Сейчас убьем паука. А, мне же нужно. Так, нужно это... Последнюю деталь оружия найти. Я, кстати, могу предполагать, где она. Я вот тут еще не был. Где там медведь? Где она? Обратно что ли туда лезть надо? Ну окей. А, не, я знаю для чего щипцы мне. Щипцы? Так, идем. Так, иди ты. Так, идем. Во! Туда мне надо. А, мне же молоток для этого надо. Да ё-моё, да что это такое сегодня? Да иди ты. Короче, все, не знаю. Всем пока.